Вот 10 интересных фактов о львах. 1. Социальные животные. Львам свойственно жить в группу, называемых прайдами. Прайд обычно состоит из нескольких самок, их потомства и одного или нескольких самцов. 2. Разнообразие львов. Существует два основных подвида львов – африканские львы и азиатские львы. Азиатские львы сегодня встречаются только в национальном парке Гир в Индии. 3. Голос. Львы могут издавать очень громкий рык, который слышен на расстоянии до 8 километров. Рык используется для общения с другими членами прайда и для установления территории. 5. Питание. Львам необходимо много мяса для выживания. Взрослые самцы могут съедать до 15% своего собственного веса за один раз, что может составлять до 40 кг мяса. 6. Скорость. Несмотря на то, что львы могут развивать скорость до 50 км в час, они не могут долго поддерживать такую скорость и, как правило, полагаются на засады во время охоты. 7. Символ силы. Лев, как правило, считается символом силы, мужества и королевской власти в различных культурах по всему миру. 8. Долгожители. В дикой природе львы живут в среднем 10-14 лет, но в неволе, при наличии регулярного питания и медицинского ухода, могут доживать до 20 лет и более. 9. Краткий период беременности. Беременность самки льва длится примерно 110 дней, после чего на свет появляются от 1 до 4 детенышей. 1.0. Ужой грива. У самцов львов есть грива, которая защищает их шею в схватках и служит признаком здоровья и возраста. Темный цвет и размер гривы могут свидетельствовать о высоком уровне тестостерона и, следовательно, о привлекательности для самок. Львы – удивительные существа, играющие важную роль в экосистемах, в которых они обитают.